На территории Нестеровского участкового лесничества началась работа по уходу за молодняком. Ее проводят работники Сунжинского лесопожарного центра. От рубки зависит состояние зеленых легких планеты. В ходе работ проводилось удаление больных или сухих деревьев, а также прореживание густых посадок, чтобы обеспечить комфортные условия для роста оставшихся деревьев. На данный момент рубки и прочистки выполнены на площади 25 гектаров.